Мы продолжаем программу «Утро вместе». У нас в гостях Вадим Серов и Олег Владимиров, активисты общественного движения «Дорожный контроль». Доброе утро, здравствуйте. 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 Ну, первый вопрос, конечно, уже у многих телезрителей по ту сторону экрана – «Дорожный контроль». Что ваши, так сказать, обязанности входят? Наша основная задача, то есть мы смотрим, как непосредственно несут службу наши полицейские. То есть это первое. Да? Второе – непосредственно, как наши граждане передвигаются по улицам города Воронежа в ночное время. Потому что так получается, что правило дорожного движения отменяется после 12 часов. Есть только автомобиль и дорожное полотно. Угу. И, соответственно, мы выявляем эти нарушения. Вы сказали, следите за работой полицейских. Как вот? Вот вы в сторонке стоите, или вы взаимосвязаны, взаимодействуете? Да мы можем по-разному, на самом деле, стоять. И в сторонке можем, допустим, инспектора, ну, мы видим, экипаж незнакомый. Мы можем пока, так скажем, рядышком, ну, там, метров 20, в 50 от них, понаблюдать за ними, как они несут службу. После этого уже сделаем соответствующие выводы и познакомимся с ними поближе, так скажем. Ну, не секрет, что лихачи, конечно же, не любят вас. Например, допустим, недолюбливают, правильно? И вообще инспекторы не любят они, когда он останавливает какие-то нарушения, и всегда не противятся, и спорят, да? Какие-то угрозы поступали? Слава богу, не было. Ну, я не исключаю такой возможности, что они будут. Ну, что возможно, конечно. Это, же, да? Естественно, мы бы этим делом даже не занимались, если бы мы чего-то боялись. Ну, естественно, нормальный страх, он в любом случае есть, у нормального человека. Адекватный этот страх. А что вообще обеспечивает безопасность вашу? Или кто? Кто? Мы сами. Надо как-то быть предусмотрительной, немножко. Но все-таки вперед. Осторожничайте, конечно. Конечно. Да? Не только но... рискуете. Смотрите, прямо... вы все-таки на чьей стороне? Мы нейтральная сторона. Нейтральная сторона. Ни одни, ни другие. Третья. Да, то есть мы непосредственно за смотрим, чтобы был порядок. Что побудило вас стать вот эту позицию третьей власти, получается, скажем так, на дороге? Хочется изменить в нашем городе, хотя бы в нашем городе, ту ситуацию, которая есть. Беспричинные массовые остановки, постоянные поборы. Ну, не будем скрывать... Это есть на наших дорогах. Ну, соответственно, мы хотим с этим как-то бороться. А сколько лет вы уже на этом поприще работаете? Работаем. Да это на самом деле наше движение организовалось с ноября месяца. Не так давно. И вот изменения за это время есть какие-то положительные стороны? Наблюдаются сдвиги? На самом-то деле, в нашем присутствии происходит все очень корректно, все красиво, в четком соответствии с законом. Человек нарушил, понес ответственность. То есть вы считаете, что инспектора ГИБДД мало на дороге? Инспекторов мало. Да, их на самом деле мало. Мы, например, за то, чтобы поставить их на каждом перекрестке, их просто нету. То государственного контроля мало, да? Дополнительный. Он всегда, точнее, не всегда он бывает таковым, каким должен быть. Бытует мнение почему-то у многих и у приезжих, и москвичей, кто приезжает. Москва вообще мегаполис, там постоянное движение мимолетное. Но что у нас именно вводят из рук вон плохо и по-хамски ведут. Согласны вы с этим? Обстановка, ну, во многих городах нерадушная. Просто, ну, где-то это больше видно. Опять же, ввиду того, что больше времени проводишь здесь за рулем, конечно, так кажется. Не знаю, как приезжим, кажется, но многие, да, у меня в том числе и знакомые из Москвы приезжают, конечно, говорят, что здесь у нас просто жесть. Ну, так скажем, мы не на первом месте в этом списке, ну и далеко не на последнем. Угу. Вот опять же, почему, возможно, хочется что-то поменять. Вот в Москве и в Питере, я знаю, что есть такие, вы, конечно, в курсе, что стоп-хам, да, вот эти наклейки. Да, да, да. Если вдруг припарковался, как неправильно, по тротуару едет, останавливают, разъяснительные какие-то беседы проводятся. У нас в Воронеже есть такое? У нас был стоп-хам, но он как-то так, сейчас, по-моему, даже нет, он умирает. По поводу стоп-хама, здесь тоже вот лично мое отношение, например, двоякое. То есть, в принципе, цель их ясна, они по-своему правы. Но методы, опять же, на мой взгляд, неправовые. Вот наклейки, да, стоп-хам. Ну, вот часто можно заметить, что их автомобилист, владелец машины, может без труда... Ну, это по-легкому, так сказать. А есть какие-то сложные, есть разговорчивый автомобилист, который вот... Они их потом отскребают. Даже отскребают такси? В данной ситуации, вот, лично, на мой взгляд, эти методы, ну, не совсем корректны. Вот в данной ситуации, если их не устраивают, пожалуйста, вот как действуем элементарно, на видео, не на камеру, а именно на видеорегистратор, чтобы был на видео штамп даты и времени. Фиксируешь номера, если тебе это не нравится, отправляешь заявление в ГИБДД, люди будут оштрафованы. Сливайте информацию гаишникам. О нарушителях. Так мы заявление непосредственно, если проехал человек на 20 метров. А эти методы хорошие, корректные? Дело в том, что это правовые методы.
То есть человек административно должен нести ответственность. Но об этом ранее уже говорили наши гости. Если гражданин стал свидетелем административного правонарушения, как он может остаться без участия? Нет. И призываете, по сути, да, население вашему времени расследования? Да, однозначно. Так будет порядок, уважение какое-то на друг. А вообще были случаи, когда давали, допустим? Мы, опять же, к этому не стремимся. Просто, опять же, ходят слухи, что есть люди, которые действительно, не в наших уже каких-то городах, прям снимают нарушителей, или там, допустим, может быть, пьяного, а может быть, и там сотрудника в форме пьяного и так далее, и потом никуда не заявляют, а подходят, именно предлагают выступить запись. Естественно, это абсолютно неправильно. Это, во-первых. Во-вторых, в случае, когда мы были понятыми при освидетельствовании пьяных и так далее, один из методов развалить дело в суде – это договориться с понятыми. Вот в данном случае… Мы не имеем морального права на это. Да. Мы немножко другим делом занимаемся. Если хоть раз мы нарушим данные себе обязательства, мы прекратим, естественно, заниматься. Сами себе не простите, правда? Конечно. Вот в городе многие наблюдают, появились баннеры. Дословно не скажу, когда изображен баран там или козел, осел. И вот там, когда выехал ты, да, прекратил дорогу остальным, значит, вот будет теперь из-за тебя все страдать. Ну, как-то вот так все, да? Вы считаете, это действенный метод? Просто потраченные деньги. Потраченные деньги впустую, да? Ну, кто-нибудь, единицы, может быть, задумаются. Но, опять же, это не наказание. Это, не более социальная реклама. Да, ввиду того, что видишь на дорогах, понимаешь, что не у всех эта совесть есть. Но абсолютно неэффективно. Но ведь очень часто нарушают правила дорожного движения пешехода, а сложно, это никак. Сложно их пешеходы, ловить. Это мы тут повлиять никак однозначно не можем. Ловить мы, естественно, их не имеем никакого права. Но это, к сожалению, на их совести. Обозначьте, пожалуйста, ваша сверхзадача. Вот в каком случае можно было бы проснуться в нашем городе Воронеже и сказать, нам сегодня не нужно быть добровольными инспекторами? Это самое главное. Когда добровольные инспекторы. Да, кстати, поправил. Молодец. Я не обратил внимания. Или получаете? Мы сами себе платим. Мы сами себе. У нас есть свои работы, где мы работаем. Мы не добровольные инспекторы. Это вот у нас... В начале эфира это было уточнено. Да, самое главное, чтобы перестали употреблять за рулем. Вот это страшно. Пожалуй, сейчас самый страшный недуг. Да. А у наших зрителей есть возможность проголосовать в нашей группе ВКонтакте за или против той работы, о которой сегодня идет речь на студии. Спасибо за беседу, спасибо, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что в гостях у нас были Вадим Серов и Олег Владимиров, активисты общественного движения «Дорожный контроль». А вы не переключайтесь, программа «Утро вместе» продолжается.